Самые светлые умы в одном зале. Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Губернатор поздравил победителей. Лучшими стали 36 учеников. Все они теперь отправятся на всероссийский этап. И одиннадцатиклассники, которые достойно выдержат и это испытание, получат путевку в престижный вуз. Ксения – учащаяся Ивановской гимназии. С большим отрывом от конкурентов она выиграла олимпиаду по экономике. Предмет этот для школ не самый распространенный, часов на него мало. А потому Ксюша очень много занимается самостоятельно. Экономика мне пригодится в дальнейшем. Я хочу поступать в престижные московские вузы, так называемые, либо финансовый университет. Мечта, конечно, МГУ. Вот в этом мне как раз поможет эта Всероссийская олимпиада школьников. То есть они берут туда именно призеров Всероссийской олимпиады школьников.